Одесские правоохранители задержали иностранца, совершившего вооруженное нападение на финансовую компанию. Как сообщили в полиции, мужчина вечером зашел в одно из финансовых учреждений в центре Одессы. Угрожая пистолетом, он потребовал от сотрудницы деньги. Однако в момент передачи средств женщина успела нажать на тревожную кнопку для вызова охраны. Правонарушитель испугался и быстро скрылся с места происшествия. Однако полиции удалось его задержать. Під час затримання в нього виявлено та вилучено пістолет на предмет, схожий на кастет. Наразі зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Розпочати кримінальне провадження за статтею 187 частиною 3 та статтею 263 частиною 1 Кримінального кодексу України. Теперь 25-летний гражданин соседнего государства, который находился на территории Украины нелегально, под стражей, а сотрудники правоохранительных органов проверяют причастность мужчины к аналогичным преступлениям.